всем, друзья! И вот мы теперь в Балаклаве. Хотел сказать, что мы закончили наше путешествие по Севастополю и теперь продолжаем его в Балаклаве. Но на самом деле Балаклава-то считается территорией Севастополя, и это один из его районов. Я говорил уже, что Севастополь, как федеральная территория, он несколько больше, чем Севастополь в понимании просто город. Поэтому можно считать, что это третья часть про Севастополь. Кто не видел первые две части, обязательно посмотрите. Думаю, что равнодушными никого не оставят. Особенно вторая часть, на мой взгляд. Так вот, несмотря на то, что Балаклава сегодня – это часть Севастополя, но она имеет свою и даже, возможно, более глубокую историю. Уж во всяком случае, точно более древнюю. Но посудите сами, если первое упоминание о ней можно найти в трудах Гомера, который жил в 8 веке до нашей эры. Причем рассказывает о том, что бывал тут Одиссей, который жил примерно в 12-13 веке до нашей эры. И тут многие скажут, что Одиссей – это персонаж-то греческой мифологии. Мол, что ты плетешь? Я с вами соглашусь с одной стороны, а с другой стороны я скажу, что, во-первых, я не раз говорил, что у нас не исторический канал, и я обращаюсь и к истории, и к мифологии, и просто к местным легендам, только для того, чтобы передать атмосферу места, в котором мы находимся. Я абсолютно убежден, что тогда оно воспринимается по-другому, и впечатления более сильные получает человек. А во-вторых, Одиссей, на мой взгляд, хоть и герой мифов, но вполне себе исторический персонаж, так как наряду с Ахиллесом и Гектором, это же ключевой участник Троянской войны. И, кстати, кто не знает, маневр с троянским конем – как раз его креативная разработка. Где там миф, а где там правда, вряд ли сейчас кто-то разберется. Но вот только Троя – это факт, и Троянская война – это тоже факт. Но и то, что древние греки уже тогда захаживали к берегам Крыма – это тоже факт. А вот про остальное, как говорится, судите сами. История такая. Возвращаясь с Троянской войны, штормами и ветрами занесло флотилию Одиссея к берегам Крыма. Как такое могло произойти, учитывая, что Троя находится на берегу Эгейского моря, ну, мне, честно сказать, не очень понятно. Ну, возможно, навигатор там сломался или вахтенный матрос чего напутал. Но, зайдя в бухту, команду Одиссея как-то никто не встретил. И ему пришлось высадить небольшой десант на берег, чтобы провести рекогносцировку, так сказать, на местности. Ну и в принципе выяснить, что к чему. На местности этой грекоразведка обнаружила, цитата, «сильную деву, направлявшуюся с кувшином за водой, которая и поведала им, что она дочь вождя племени Листригона, Антифата, и проводила их к высокому дому, где этот самый Антифат и заведует местными порядками». Когда путники вошли в дом, они ужаснулись, увидев жену царя, женщину невероятных размеров. И это тоже цитата. «Ростом с великую гору». Царица немедленно позвала Антифата, который, прибежав, резко ужаснул разведчиков еще больше. Проявив свои каннибальские наклонности, он жадно схватил одного из греков и сожрал его прямо у них на глазах. Молниеносно. Оставшиеся в живых бросились бежать к кораблям, а в погоню за ними устремилось все племя кровожадных великанов. Одиссей начал выводить свои корабли из бухты, но листригоны стали сбрасывать с нависающих гор огромные валуны. Корабли трещали, ломались и шли на дно, а оставшихся в живых, как рыб, вылавливали из воды, насаживали на копья и тащили на съедение. Выйти из бухты в итоге и остаться в живых удалось только галерее Одиссея. Так Одиссей потерял весь свой флот, а Гомер приобрел интересную историю для своей Илиады и Одиссеи. Ну а если серьезно, то если ты по какой-то причине где-то в Крыму потерял весь свой флот, то это как-то нужно объяснить. А чем более нелепая фантазия, тем быстрее в нее поверят. Видимо, задолго до Геббельса Одиссей знал эту истину. Ну а если серьезно еще раз, и если отбросить мифологию, то факт из этого всего следует один. Уже во времена Одиссея и Гомера греки знали о существовании Крыма в общем и Балаклавы в частности. И захаживали сюда, хотя, судя по всему, на тот момент не особо удачно. А с исторической точки зрения, населяли эти территории, конечно, никакие не листригоны, а вполне себе тавры. И, судя по всему, не очень-то они рады были экспансии греков в свои земли. Но и, видимо, после таких нерадушных приемов и рождались истории про великанов-людоедов. У страха же глаза велики. А на самом деле существует достаточно много не таких распиаренных, но более подтвержденных сведений о том, что тавры сигнальными кострами заманивали греческие корабли в бухту, где расправлялись с ними. А потом, черепами своих жертв, они украшали чистоколы вокруг своих жилищ, а кровью окропляли алтарь богини Девы. Так что, в принципе, можно было бы ничего и не придумывать дополнительно.
Там и так было жутковато. Видимо, поэтому после истории Гомера греки начали реально захватывать и селиться в этих местах только примерно через 200-300 лет. Точных дат основания Балаклавы никто не знает. Да и не важно это, впрочем, так как общепринято, что ей не менее 2500 лет. То есть, если не считать Балаклаву частью Севастополя, то Балаклава – это один из самых древних городов в России в принципе. Ну а теперь, друзья, перейдем к самому интересному, на мой взгляд, в Балаклаве. Ну и начнем с названия. По одной из версий, название Балаклава при Таврах звучало как Паллакия, то есть город, принадлежащий царю Паллаку. Но мне нравится другая версия. Балаклава с крымско-татарского переводится как «рыбный мешок». Из турецкого «балык» означает «рыба». Похожие языки, потому и корень один. А с другой стороны, «балык» и он и в русском языке «балык». Когда в 1475 году турки захватили Генуэзскую крепость Чембало, они на свой манер ее назвали «балык-ю», по-турецки «рыбье гнездо». Короче, все крутится вокруг балыка. В этой версии мне понравилась связь названия города со всем известным словом «балык». Ведь как-то слово «балык» пришло в русский язык. Вполне вероятно, что это версия. Как считаете? А вот англичане называли Балаклаву «маленький Лондон». Но это было позже, поэтому давайте по порядку. И чтобы не повторять общекрымские истории, рассказанные в предыдущих роликах, то не будем пересказывать, как тавров сначала потеснили греки. Тогда, кстати, греческое поселение здесь называлось Сюмбалон. В переводе с греческого – сигнальная гавань. Как раз по той причине, что я рассказывал выше по поводу сигнальных огней, которыми тавры заманивали сюда ранее греческие корабли. Позже на смену греков, а точнее вместе с ними, но уже под римскими флагами тут хозяйничали римские легионы. От них в Балаклаве остался фундамент храма Юпитера, ну и много других артефактов, черепица с клеймами, римские серебряные динарии. После распада Римской империи Балаклава переходит под контроль Византии. Но эту историю мы уже тоже рассказывали. Но самое интересное для Балаклавы начинается как раз после окончательного ослабления Византии, ну, про тупейший четвертый крестовый поход, после которого Византия потеряла все возможности влиять на свои заморские колонии. Я тоже уже рассказывал в прошлых видео, тоже кому интересно, посмотрите обязательно. Но свято место пусто не бывает, а Крым очень лакомый кусочек. И, конечно, моментально появляются новые игроки, которые имеют и желание, и возможность полакомиться этим кусочком. И такими игроками становятся венецианцы и генуэзцы. Два государства, которые на тот момент имели самый сильный флот среди всех окрестных государств. И чтобы понимать степень развития флота и флотских традиций в Генуе того времени, достаточно знать, что завтра генуэзец Колумб откроет Америку. Но это будет чуть позже. А пока надо сказать, что Италия 13-14 веков в силу массы причин не была единым государством. И каждый самодостаточный, даже небольшой полис, по сути, был отдельным государством. Больше того, у них между собой происходили не только локальные конфликты, но и полномасштабные войны. Я не буду вдаваться в подробности борьбы этих двух морских сверхдержав того времени, хотя это очень интересно. Скажу только, что победили в этой войне генуэзцы. И по итоговому мирному договору венецианцам было запрещено в течение 30 лет вводить свои корабли в Черное море. Договор этот они, конечно, в будущем не особо соблюдали, но это уже другая история. В общем итоге генуэзцы получили карт-бланш на организацию торговых колоний в Крыму. И одна из главных колоний была как раз крепость Чембало в Балаклаве. Ее построили в 1343 году, но практически сразу ее захватили и сожгли татаро-монголы. А знаете зачем? Да только для того, чтобы заключить с генуэзцами торговый союз. Ну такие нравы были. А вы что-нибудь слышали об искусстве вести переговоры? Лайфхак вам поведал. Не благодарите. Пользуйтесь, если что. После начала активной торговли с татаро-монголами генуэзцы не просто восстановили крепость, а сделали ее самой неприступной и технически вооруженной на Крымском полуострове. А Балаклава стала самой удобной и самой защищенной бухтой в Крыму. Но тут начались другие проблемы. Княжество Феодора, которое после ослабления влияния Византии, по сути, стало независимым государством и претендовало, конечно, на контроль всех территорий, ранее принадлежавших Византии. Чтобы было понятно, княжество Феодора захватывало неприступную крепость Чембало 3 раза. И 3 раза генуэзцы возвращали ее себе. И тут нужно еще не забывать, что вот эти мастера переговоров, татаро-монголы, они тоже сюда еще минимум 3 раза заглядывали. Ну, о скидках договориться на товары, похоже. И при этом Балаклава оставалась самой крупной и самой значимой торговой колонией в Крыму. Такая торговля под огнем. Каждый раз крепость перестраивалась и еще укреплялась. Торговля продолжалась, так же, как и ожесточенные бойни по новой. Даже недавно изобретенные огнестрельные пушки в Крыму впервые были применены именно здесь, в Балаклаве, в очередной битве за крепость Чембало. До этого пушки в Крыму еще не применялись ни
разу. Но это для того, чтобы понимать, как тут жарко было. Неспокойно, но и интересно, конечно. Насколько это важная и ценная бухта была для всех причастных. Генуэзцы окончательно покинули эту территорию в 1475 году, когда крепость, как, впрочем, впоследствии весь Крым, заняли турки. Крым в целом почти на 300 лет стал главным плацдармом для борьбы турков с Русью. А Балаклава, получив именно от турок свое нынешнее название, стала одним из главных турецких военно-морских портов в Крыму. Также в Балаклаве турки организовали, так сказать, небольшую VIP-тюрьму для провинившихся или не очень лояльных крымско-татарских ханов. Так как крымские татары при турках были на вассальном положении. От турок, кстати, здесь осталась еще одна интересная легенда. Во время очередного военного противостояния образный турецкий паша, командир крепости, получил приказ любой ценой удерживать крепость и не покинуть ее ни при каких обстоятельствах. Командуя небольшим отрядом преданных ему воинов, паша выполнил приказ. Они все погибли. Но приказ есть приказ, и паша все равно не покинул крепость. И призрак его до сих пор живет в башне донжом, издавая время от времени, особенно ночью, страшные звуки. Я сам звуки не слышал, но местные рассказывают. Если кто слышал, напишите в комментариях. Башня донжом – это главная оборонительная башня крепости Чимбало. И, кстати, лучше всего сохранившаяся на сегодняшний день. В 1783 году, после поражения в русско-турецкой войне, турки, как вы понимаете, вынуждены были покинуть Крым, а Балаклава на время, до появления Севастополя, стала главной военно-морской базой российского флота. И это потому, что это самая удобная бухта в Крыму. Она, конечно, не такая большая и не такая вместительная, как Севастопольская бухта, но однозначно самая удобная. Во-первых, она совершенно закрыта от моря, так как скалы на входе образуют несколько поворотов, и внутри никогда не бывает штормов. По этой же причине это самая скрытая бухта. Если смотреть на нее с моря, то вход совершенно скрыт, его не видно. Видно просто ровный берег. Недаром во время Крымской войны 1853 года именно в Балаклаве была главная ударная база во время осады Севастополя. И, кстати, первую в Крыму железную дорогу в это время также построили из Балаклавы в Севастополь англичане для доставки своих боеприпасов на передовую. Вообще в Балаклаве и окрестностях столько легенд и интересных историй, что все, конечно, рассказать невозможно. Но я попробую хотя бы некоторые, на мой взгляд, самые интересные и важные. К востоку от Балаклавы находится мыс Айя. Там несколько диких пляжей. Местные их называют «Затерянный мир». Как вам, Конан Дойлям не повеяло? Просто они уникально красивые. И путь к ним, хоть и не близкий, но не менее красивый. Есть легенда, что во время своего путешествия в Крым и посещения Балаклавы на этих пляжах уединялась Екатерина с Потемкиным. Информация не подтвержденная, но местные ее передают как факт. Но и с другой стороны, Потемкин был одним из ближайших фаворитов Екатерины, при этом достаточно долго. И, в общем-то, почему бы и нет? И согласитесь, что это очень приятно осознавать, что вот по вот этой красивейшей тропе, через можжевеловый лес и заросли инжира кругом, когда-то проходила великая русская императрица. Ну, приятно же. Кстати, если идти по морю к мысу Айя, то помимо красивейших видов, на возвышающихся гранитных скалах можно увидеть до сих пор сохранившиеся следы от пушечных ядер. Это так называемая стена Ушакова. Здесь великий адмирал обучал своих матросов точной стрельбе. Такой морской тир Ушаков устроил рядом с Балаклавой. Также, если погулять в окрестностях, можно увидеть и уже более современные береговые укрепления, так называемые бочки смерти. Названы они бочки, так как визуально они похожи на бочки. А грозная приставка смерти, по одной из версий, появилась после революции. Белогвардейцы, ведущие в Крыму ожесточенные бои против наступающей Красной Армии, в этих бочках расстреливали пленных красноармейцев. А также есть версия еще о том, что во время Второй мировой войны немцы расстреливали здесь своих пленных и сбрасывали потом в море. Страшное место. Но история в принципе в большинстве своем не особо приятная. Чаще она бывает страшной. К западу от Балаклавы располагается мыс Фиолен. И здесь тоже есть древнегреческая легенда. Так что вернемся снова во времена Одиссея. С чего начали, так сказать, тем и заканчивать будет. Легенда длинная, и всю ее я пересказывать не буду. Тем более, что все это можно перечитать в Илиаде Гомера. Скажу только, что был такой царь Микен, Менелай, и сильно на него прогневалась богиня Артемида за то, что тот на охоте убил лань, посвященную Артемиде. И для того, чтобы загладил он свою вину перед ней, она повелела, чтобы Менелай отдал свою дочь Ифигению на ее жертвенный алтарь. Говорю же, там длинная история хитросплетения и обман. Но по итогу Ифигения попала таки на жертвенный алтарь Артемиды. Но прямо перед закланием Артемида сжалилась над ней и заменила ее на теленка.
А Ифигению подхватило облако и унесло в Тавриду, на мыс Фиолен. Ифигения стала бессмертной жрицей Артемиды, и по ее наказу она умерщвляла путников, заносимых туда бурей. И там много еще интересных историй. По некоторым древнегреческим мифам, и Артемида сама жила здесь, в Тавриде. И храм Артемиды стоял тут, и алтарь жертвоприношений, жрицей которого была Ифигения. Надо сказать, что остатки храма Артемиды до сих пор не были найдены. Возможно, его здесь и не было, это просто легенда. А возможно, его когда-то найдут. Но позже тут появился другой храм, храм Святого Георгия. И это еще одна легенда, связанная с мысом Фиолен. В древние времена тут потерпел крушение греческий корабль. К тонущим морякам явился образ Святого Георгия, который пообещал спасти их. И в тот же миг из моря выросли высокие скалы, забравшись на которые моряки спаслись и пережили шторм. В честь этого события на одной из скал был сооружен крест, а на берегу на высокой скале был построен Свято-Георгиевский монастырь. А было это в 891 году нашей эры. К нему с берега ведет лестница. И это самая высокая лестница в Крыму. 800 ступеней там. Для бодрой зарядки заправских атлетов вполне подходит. И, кстати, с 1806 года именно в этом монастыре начали готовить капелланов, военных священников для нужд Черноморского флота. Еще одна интересная история случилась в Балаклаве. В 1854 году, в разгар Крымской войны, во время сильного шторма у берегов Балаклавы затонул английский военный транспортник «Принц». Считалось, что помимо остальных военных грузов, он вез жалования бойцам в размере 200 тысяч фунтов стерлингов золота. После Крымской войны поиски этого корабля не давали покоя многим кладоискателям. Почти 150 лет. И в итоге нашли останки корабля только в 2010 году. Но проблема в том, что, видимо, информация про золото оказалась ложной, так как никакого золота при обследовании корабля так и не было найдено. Было найдено большое количество теплого обмундирования для английских солдат и больше ничего. Но к нему мы еще сейчас чуть позже вернемся. Хотя, возможно, золото-то кто-то и нашел ранее и никому просто об этом не сказал. И таких историй о Балаклаве можно рассказывать сотни. И это я еще не касался практически гражданской войны и Второй мировой. Там тоже хватает героических историй про оборону Балаклавы. Но я думаю, что я и так уже достаточно рассказал для того, чтобы все почувствовали атмосферу этого удивительного места. Поэтому пора закругляться и подводить итоги. Итак, самое древнее упоминание о Крыме – это здесь, в Балаклаве. Как я говорил выше, благодаря Одиссею Гомера. Самый древний в Крыму наземный действующий до сих пор православный храм – храм 12 апостолов – тоже находится здесь. А вот еще несколько интересных фактов, о которых мало кто знает. Во время Крымской войны английской легкой кавалерией командовал генерал-майор лорд Кардиган. Он был большой эстет и педант, и подбирая форму для своей бригады, и теплую, он придумал вязаный длинный пиджак на пуговицах, который весь мир теперь знает по его имени, как кардиган. Ну скажите, а вы сами знали, что кардиганы придумали в Балаклаве? Ну и теперь положим вишенку на торт. Я же рассказал про затонувший с теплой одеждой английский транспортник «Принц». Так вот, зима в 1854 году в Крыму выдалась на редкость холодной. Англичане, оставшиеся без теплой одежды, должны были как-то спасать себя. И тогда они из местной шерсти вязали себе головные уборы в виде капюшона, который закрывал также пол лица снизу. И называли они его «балаклавским шлемом». Да-да-да, это именно тот головной убор, который весь мир до сих пор знает, как Балаклава. А украинские патриоты, я думаю, знают прямо очень хорошо. Да, украинские патриоты? В общем, Балаклава – это удивительнейшее место. Недаром же наш великий русский писатель Александр Иванович Куприн поселился в 1904 году именно в Балаклаве. Он обожал Крым в целом и часто туда ездил на отдых, побывав везде – и в Ялте, и в Алупке, и в Алуште, и в Севастополе, и еще много где. Но когда он принял решение переехать все-таки в Крым, жить, из всех этих прекрасных мест он выбрал именно Балаклаву. Неспроста же. И тут тоже есть интересная история. Куприн в Балаклаве написал огромное количество рассказов и повестей. Но также, находясь в Балаклаве, Куприн написал письмо Николаю II, где просил императора признать Балаклаву свободной рыбацкой республикой. Зачем ему это было нужно, история умалчивает. Но ответа от Николая II он, конечно же, не получил. Но зато удивительно, он получил ответ от самого Петра Столыпина, тогда премьер-министра, в котором было коротко написано, что нужно закусывать после выпивки.
Больше Куприн письма в столицу не писал. Вообще, так уж повелось, что в каждом ролике я как-то каждому месту или городу, про который я рассказываю, на основании своих ощущений присваиваю какой-то эпитет. Кто смотрит меня давно, тот знает, о чем я. А кто недавно, ну, посмотрите другие видео, и вы поймете, о чем это я. Так вот, Балаклава для меня – это такой тайник Крыма. Какая-то потаенная шкатулка с драгоценностями. Действительно, как вот тот навеянный Конан Дойлем затерянный мир, закрытый со всех сторон от посторонних глаз и хранящий вот свои секреты. Но и, видимо, неспроста, ведь еще до сравнительно недавнего времени это был вообще закрытый город, так как здесь находился секретный подземный завод подводных лодок. Это тоже удивительное место и одна из главных достопримечательностей Балаклавы. Сейчас там музей, и его может посетить каждый, а когда-то в подземных штольнях на глубине в 120 метров под слоем гранитных скал работали, строили и ремонтировали подводные лодки больше 1000 человек. Попадая туда, ощущение, что ты попал в какую-то смесь декораций из фильмов «Безумный Макс» и компьютерной игры Half-Life. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Короче, впечатление получите незабываемое. И как видите, я под впечатлением этого места, ну, я имею в виду Балаклавы в целом, никак не могу остановиться. И, конечно, хотелось бы еще много чего рассказать. Но, во-первых, лучше, конечно, самим увидеть своими глазами. А во-вторых, на мой взгляд, я постарался раскрыть самое важное и интересное для того, чтобы вы ощутили атмосферу этого места. У меня же нет задачи загрузить вас морем исторических фактов. Я только стараюсь передать свои ощущения. Ну а как у меня это получается, ну напишите в комментариях. Я буду рад почитать и всем ответить. Вообще, ваши лайки и комментарии – это лучшая благодарность от вас за то, что мы делаем, так как благодаря им видео попадает в рекомендованные другим пользователям, и наша аудитория начинает расти. А если вы еще и поделитесь этим роликом со своими друзьями, ну или в соцсетях, то нашей благодарности вообще не будет предела. В любом случае, я очень рад, что вам понравилось. Ну, раз вы досмотрели до этого момента, то однозначно вам понравилось. Подписывайтесь, жмите колокольчик, потому что мы, друзья, теперь едем в Ялту разбираться, почему Ялта так похожа на Ниццу. Да и еще много там есть, в чем поразбираться. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. И теперь я с вами не прощаюсь, а говорю вам до свидания. Ну и до скорых новых встреч в Ялте. Удачи вам, друзья!